Бала «Маскарад». Это Звездич и баронесса Штраль. История их знакомства. И вот именно эта история перенесена Татьяной и Максимом. Это история любви, история красивых, красивых отношений мужчины и женщины. И все внимание вот сюда, к ним. С ними. И вот это редко бывает, когда Максим доволен прокатом. Очень редко. Ну, а Танечка светится. Она вот, она такая, она солнце такое настоящее. И смотрите, наши стоя их приветствуют. Это называется команда. Это действительно было замечательно. Чисто, уверенно, на хорошей скорости. Это чемпионское катание. Понятно, что они здесь будут первыми. И это большая, огромная помощь нашей команде для достижения той самой цели, которая была поставлена для российской сборной. Да, мы знаем, что в произвольной программе командного турнира, ну вот по всей информации, которая у нас есть, будет замена, будет по той информации, которая есть на сегодня, должны кататься Ксения Столбова, Федор Климов. Почему? Потому что через два дня после произвольной командной программы уже индивидуальный вид парное катание. И, естественно, нельзя рисковать, потому что силы на произвольную программу отдаются очень и очень серьезные. Виталий Леонтьевич Мутко в центре был на ваших экранах. Понятно, что здесь все, и вот сейчас цветы полетели на лед, потому что это действительно здорово. Это было заключительное выступление первого вечера фигурного катания. Мы сейчас будем смотреть, наслаждаться повторами. Это шикарная работа, которую проделали вот они. Видите, Нина Михайловна, Станислав Морозов, Максим Траньков. Обратили внимание на выражение лица Стаса? Так, молодец, Траньков, классно. Знаете, Стас не очень эмоциональный человек, он такой, он...
в себе он такой настоящий кремень. Ну, давайте смотреть. Все, внимание сюда. Вот это вот та тройная подкрутка, которая считается сегодня идеалом. В небо в парном катании. Действительно, лучше сегодня вряд ли кто делает. Наверное, никто не делает. Это тройной прыжок параллельно, тройной тулуп. И он по-настоящему параллельный. Вот как, каким он должен быть параллельным. И это тройной выброс, тройной Ридбергер выброс. Смотрите, как высоко Татьяна вылетает и как сложно ей приземляться, но она с этим справляется. Справляется и делает это замечательно. Вот этой вот камеры, конечно, супер slow motion, который мы наблюдаем, это прекрасный показ фигурного катания. Все это дает возможность разглядеть вот эти вот замедленные повторы высочайшего качества. А выходы из поддержек Волосожера Транькова, ну вот человеку, который там, который от фигурного катания достаточно, может быть, далек, это вообще невозможно представить, как это возможно. Посмотрите, какая у нас команда. Алексей Николаевич Мишин, Николай Морозов, Саша Журин, Женя Плющенко, Давид Авдыш, да, Нина Михайловна, Максим, Таня, Станислав Морозов. Ну, в общем-то, вот так вот, 83-79. Жалко, что оценки не учитываются для командной борьбы. Это 10 баллов. Сборная России лидирует. Сборная России лидирует после первого дня. У нас 19 баллов. Сейчас мы это будем все смотреть, разбирать. У нас 19 баллов, соответственно.